Однажды злобный Спарк покинув свой причал, отправился в путь, мою БА повстречал. На базе Овки нет, о ней я буду петь, что этих сайлонов не смогла одолеть. Когда они пришли, решив меня сгубить, разбив мою Овку, пытаясь убить. Тогда наш злобный Спарк, стоял он под водой, на Рэйл воскликнул: «Эй, братец, постой!» Так все, я пошел его рейдить. Слушай, Спарк, а может, как бы не надо, а то помнишь, что было в прошлый раз? Ой, да чего было, ничего не было. Посидели 2 недели в бане и вышли, сейчас то же самое будет. И то, если бан даст, то только мне, наверное, никого больше не тронет. Ну, не знаю. Ну, короче, ты не идешь, я так понял. Да, я постою рядом, поснимаю лучше. Ну все, давай. Заплатите админу чеканной монетой, воу. Заплатите админу, разбанить за это. Он хоть на край земли отправиться готов, подэкать все базы, убить игроков. ФДшников прогнал, задали перевал, и всех ПВЕшников на странник послал. Он сносит блок за раз, макросит пидорас, нетлимитер блядский не раз его спас. К чему эта вражда, никак я не пойму, он нас обижает, так банан там ему. Заплатите админу чеканной монетой, воу. Заплатите админу, разбанить за это. Заплатите админу чеканной монетой, воу. Заплатите админу, разбанить за это. Заплатите админу чеканной монетой, воу. Заплатите админу, разбанить за это.